Всем привет! С вами я, Алиса. Находясь во Франции, было бы, неправильно заехать в магазин Toys R Us и не снять охоту на игрушки и на кукол, поскольку Toys R Us это американская, да и вообще очень крупная сеть игрушек, которая продается в больших странах. И во Франции эта сеть также имеется. Итак, сегодня мы приехали в Лингустьер, променад, как она называется, и погнали смотреть, какой тут ассортимент! Заходим в магазинчик и давайте с вами пройдем по самому длинному пути, поскольку у магазина есть два выхода. С одной стороны можно пройти по укороченному пути, сразу к куклам. О, кстати, смотрите, Звездные войны, тут новенькое что-то. За 50 евро можно купить Дарт Вейдера. Он размером с половиной меня. А, ну тут Лего. Понятненько. Ого, я такой смешной. Тут отделы с Лего. А что тут забыли батарейки? Я не знаю. Ладно. Так, тут совсем игровые наборы для маленьких детишек. Вроде как Play-Doh. Тоже все для бэби. Там мягкие игрушки. Давайте посмотрим. Типа Back to School немножко. Как много их тут. Мне особо нравится. Из Немо, милашка. А это просто самая симпотная Эльза. Какая она красивая, какие у нее большие выразительные глаза. Милая, милая. И тут еще и Анна такая. Приветик. Теперь как повесить-то одной рукой и... И снеговички Олаф. А это уже размерчиком побольше. Тоже и Олаф. Также есть еще и Белль. Такие игрушки я вижу первый раз. А еще тут есть Рапунцель. И единорожки. Тут можно приобрести книги разные. И блокнотики. Коляски. Магазин нереально огромный. И, если честно, я редко пользуюсь таким большим путем, поскольку я обычно прихожу прям вот за 10 минут до закрытия, и мне некогда гулять вообще по всему магазу. Тут я вижу разные костюмы, есть даже DC Super Hero Girls, 20 евро костюм Эльзы, Динь-Динь, Золушка, Белль, Елена Авалора или Авалор, и также из Monster High тут есть костюмчик базовой Дракулауры за 11 евро вместо 30. Это, конечно, очень клевая цена, при том, что для детей 10-12 лет, то есть, в принципе, и я бы даже влезла в него. Там игрушки для мальчиков. И правее, наконец-то, куколки. Мне самое офигенное просто. Это такой вот домик для Enchantimals. Вроде бы так, Enchantimals. Да, yes. За 40 евро можно купить вот такой вот классный дом. И тут даже есть туалет. Как бы, окей, почему бы и нет. Действительно. А левее можно его и разглядеть поближе. Клево. Ниже также видны вот эти вот куколки. К сожалению, у них нет шарниров в руках, так что я их коллекционировать не буду. Тут они стоят по 10 евро, и мне безумно нравятся вот волосы у этого барашка. Сразу вспоминаю Honey Swamp. А еще тут есть такой вот двойной набор. Насколько я знаю, это просто новинка. За 22 евро можно купить девчонок с разными волосами. А также есть вот такой вот набор с велосипедом. С обезьянкой, кафешкой, а также с фламинго. И все они стоят по 15 евро. И вот еще новиночка тоже. А-а-а. Так, старалась посмотреть, что находится наверху, а набор, оказывается, домик еще и внизу лежит. По уцененке за 20 евро вместо 35 можно приобрести My Little Pony, целых 6 эксклюзивных поняшек. И какие же у них интересные наклейки на теле. Такие головы, это вообще что такое? Dream, мечта, да уж. Настоящий парикмахер. Есть как брюнеточка со смуглой кожей, так и блондинка. Выбирай свою, такая куафюр по-французски стоит 25 евро. Никто не хочет стать доктором. Вот такой набор поможет вам осуществить все ваши мечты.
Здесь находятся товары, которые вроде как типа для сферы услуг. Тут есть набор, где и мороженое, и разные напитки, в общем, в кафе. Также видела и кассы, ну, разумеется, все это игровое, и даже деньги. Деньги, money, money, money. Но что особо классно, тут есть такие телеги. Ну, они, конечно, не настоящие. Стоит она 15 евро, но большая. То есть ребенок может ее нормально так катать. Еще я тут нашла набор Бель. Посмотрела на глазки у чайника. И они реально вот так вот открываются и закрываются. Класс! А также Эльза Frozen с чайником. На другой стороне находятся пупсы. О, как же их тут на самом деле много. И в основном преобладает фирма You and Me. Прикольненько. А вот эта девчонка напоминает какую-то страшилку из фильма ужасов. Ужас. В основном все они стоят по 25 евро. Кстати, сколько тут еще аутфитов для ребеночка. Но можно приобрести и за 10. Более маленькие такие версии. А самые дешевые это 20-сантиметровые пупсы. И они стоят по 5 евро. Даже можно подержать в руках, потому что кто-то уже открыл. Ну, милошка, мне кажется, он даже лучше, чем другие. А наверху есть сосочки по 4 евро, и тут какая-то жидкость внутри. Прикольно, да? Молоко. Да, и тут тоже еще есть кое-что. И как тут написано, 40% скидка за 15 евро. Вот такой вот набор. И очень даже неплохо. Хи-хи-хи, за 20 евро. Игрушки побольше таких размеров. Вот тут есть Journey Girls. То есть девчоночки такие в поездочках. И тут вот повариха. И так далее, где девчонки гуляют по Нью-Йорку. А вот тут даже из Англии. А их наборы стоят 30 евро. То есть тут 6 или 5, сколько-то, в общем, одежек. Нэнси, зимняя Нэнси стоит 40 евро. Кстати, таких кукол у меня вообще нет в коллекции. Да и я не планировала. О, а такого пупсика мы уже с вами видели в другой охоте на кукол. Так что смотрите по ссылке в описании. Но самый смешной это Baby Wow, потому что он двигается. Черт, что? Нет, остановите. Нет. Когда он снова вернется в свое положение, он как-то сдевает эту коробку. И поэтому тут видны вот такие вот остатки краски. Ужас. Этого производитель не предусмотрел. А также вот еще тут. Мне очень нравятся красные коробки. А такой пупсище стоит 60 евро. Так, давайте с вами уйдем от этих пупсов. Что я тут вижу? My Little Pony и Happy Together. В общем, какие-то кровати, домашние бытовые вещи. Вы меня очень просили показать Little's Pet Shop и My Little Pony. Так вот, наконец-то мы перешли с вами к этим пэт-шопам. Раньше я их тоже собирала, но не так, как Monster High. То есть, чтобы все... Нет, ну чисто так. Какие-то, какие были в магазине, вот я их, если нравилось, то обдумывала покупку и совершала. О, смурфики! По 4 евро. И тролли. Нормально, да? Хороший тролль. Лица его только не вижу. Сумка и еще фигурки по 7 евро. Тут только один вариант. Диджей. Ладно, не будем. Не будем с вами читать ее имя. Дора. И тролль. Еще один, но на этот раз за 50 евро. И в 50 раз больше, чем предыдущий. А из новинок тут вот таких вот коробках. Есть еще по 20 и 30 евро. Страшилка такая. И с домиком уже есть за 25. А также плюшевая меховая игрушка. Сюда еще завезли Бетти спагетти.
которых я уже видела ранее. И такие вот наборы Пайнипон. Вроде бы так. И, наконец, Цум-Цум. Какие же все-таки крохи. Аж приятно было бы их держать в руках. И там еще Алиса в Стране Чудес. Обожаю ее. Ну, я тоже Алиса, потому что... И Минни Маус тоже симпотная. А вот и Sylvanian Families. Хомячки. Вообще жесть. Ребята, я в трансе. Я увидела новый набор. О, у нее что-то не так с глазами. Мега супер большой набор Леди Баг. Ну вы посмотрите на цену 100 евро. Видео получилось очень большим, так что я его разделяю на две части. Смотрите видео по ссылке в описании, или же в скором времени оно выйдет. Пока-пока.